Добрый день, меня зовут Анастасия, я замужем, у меня двое детишек маленьких, и я прохожу второй раз марафон. Первый — это было возвращение к себе, а второй — учимся общаться с мужчинами. И этот марафон выпал на нашу семейную поездку-путешествие за 3000 километров на юг с двумя маленькими детьми в машине. И возможности для того, чтобы попрактиковаться, было предостаточно, так как муж был всегда рядом со мной. Поездка длилась больше месяца. И вкратце о моем марафоне расскажет песня, которую я сейчас исполню. Лес и поля, горы, реки и моря, даже небо и земля. Это ты, это я. Холод и зной, как стремление и покой, как снежинки и цветы. Это я, это ты. Может, знает лес высоту небес, может, ведает река силу в облаках, или просто вновь родилась любовь, и откуда, как весна, к нам пришла она. Купол небес полон тайны и чудес, полон бездны и огня. Для тебя, для меня пламя и лед, неподвижность и полет, непрерывный хоровод. Все живет, может, знает лес высоту небес, может, ведает река силу в облаках, или просто вновь родилась любовь, и откуда, как весна, к нам пришла она. Может, знает лес, сколько тайны у небес, может, ведает река, сколько звезд в облака. За время марафона наши отношения с мужем укрепились, улучшились и открылись для нашей семьи новые горизонты. Я надеюсь, сейчас мы сможем легко и радостно их осваивать. Всем спасибо!